Господа, это барахолка. Проведем обзор новинок товара и цена на данный товар. Значит, что первое у нас на нашем с вами обзоре, на нашем с вами канале, в нашем с вами магазине. Очаровательные пиалы. Причем это советские. Да, абсолютно, как я погляжу на вью. Глядите, какой перламутр. Вот, к примеру, вот это. Обратите, как красиво и как четенько ложатся каждый штришок. Здесь, обратите внимание, завитушки. Здесь, обратите внимание, необычные завитушки, сделанные словно царская посуда фарфоровая. идите обращаю внимание. Видите? Вот так, если. Собственно говоря, ширина, точнее диаметр данной тарелочки около 15 сантиметров. Если издалека смотреть, ну, она, ну вот смотрите, видите, как я ее беру руками. Видите, как смотрится, да? Так вроде как и ненавязчиво, аккуратная, достаточно емкая. Глубина около 6 сантиметров. Вот этот бортик. Их у нас в наличии 10 штук. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. И два бонуса. О, это значит уже полноценных два набора по шесть персон. Но если кому-то все нужны, персонально 12 персон чисто вам, пожалуйста, 100 рублей каждая тарелочка. Если еще кто-то не знает, в следующих роликах мы уже создадим в описании абсолютно лояльные условия, как бронировать, как получить так, чтобы не пропустить бронь, как нужно там делать так, а может быть вот так, как заказать у вас рекламу на ежедневных короткометражных роликах. Все это мы оформим вам в ближайшее время, в следующих роликах, то есть завтра. Можно будет почитать. А сейчас повторю каждому из вас, кто-то захотел по нашей цене забронировать. Пишите в комментариях. Беру по вашей цене. На такой-то минуте такие-то тарелочки. Это все хорошо. Да, вы первые, вы забронировали по нашей цене. Но у нас условия таковы. Кто больше предложит цену, не тот, кто первый забронировал, а тот, кто больше предложил. Помимо нашей цены, сверху еще. К примеру, а я за 150 заберу каждую, все 12. Но есть не разница. Кто-то захочет, я бронирую по вашей цене все 12. А кто-то захочет всего лишь 6, но по 150. Естественно, будет 150 в почете, 6 штук забрали, а остальные по 100, кто забронировал, если, конечно, он не откажется. Если ему нужно хотя бы 6, то, пожалуйста, 6, чтобы не было никаких обид. То есть, заметьте, что кто больше предложил, тот то забрал бронь. В течение суток, сегодня вы бронируете, играете, меня аукцион, кто больше даст, кто больше меньше, там. но также можно поторговаться, если никто не захотел, не соизволил ну, по нашей цене забронировать. Ее вроде как никого нет желающих. Вы можете поторговаться и забрать их по 75. Конечно же, так с каждым предметом товара. Я вижу, что вы положили глаз на очаровательные ножницы. Но это позже. Что касается этого, я думаю, что внятно вам объяснили. Что касается описания, что касается... Описание о канале. Все туда мы сделаем в ближайшее время, то есть завтра. А завтра что у нас? Завтра у нас вторник. Режим работы с 10 до 14. А сегодня понедельник, мы отдыхаем. Если можно это назвать отдыхом, то отдыхаем. А так все в принципе. Извините за небольшое вступление ля-ля. Справлялого. Это обязательная информация каждому из вас, которая должна быть донесена. Понятно, да? Работаем дальше. Такая тарелка. Уникальная тарелка Прага. Смотрите. Но она одна. Пиала. Одна. Вот как она есть. Ее цена 100 рублей. Диаметр около 12,5 сантиметров. Вот посмотрите. Полностью в упор практически. Гляньте, как красиво. Но у нее есть вот такие вот маленькие интересные вещи. Вот она, это просто как я не знаю, для горчички, для солички подложили. Маслинки, сюда маслинки, туда, к примеру, ну что, икра какая-нибудь красная, черная, белая. Какая у вас есть икра, такую икру можно положить. Их 6 штук. Видите, обращаю внимание, тоже брага. 8 чего-то там грамм, наверное. Поэтому имейте в виду, каждая вот эта вот штучка, я вам их вот чисто от души, по 50 рублей такие фарфоровые интересные моменты из жизни, каждый из вас, конечно же, может быть, захочет такую вещь приобрести в свой гарнитур. Шесть штук абсолютно целые, гляньте. Ну и вот это одинокая. можно использовать как миску, тоже, тоже, почему бы и нет, 100 рублей это не цена. А вот и ножницы, советские, дамы и господа, глядите, чувствуйте. Это настоящие советские, дабы ушные, но внешне они смотрятся очень даже хорошо. Сейчас покажу, что у, у, у них вот год 73. Видите, ничего не болтается, как есть, так и есть. Вот предлагаем всего лишь 200 рублей. Они неубиваемые. Для тех, кто умеет шить, мы сегодня покажем еще ткани. О этом ткани, защитный цвет, почти рулон, много всего. Вот такого цвета, да, для нашего Жеки. Ну, думаю, с ценой он, конечно же, будет с нами согласен и солидарен. Цену мы укажем специально такую щадящую, чтобы впоследствии также и на ткани можно цены перебивать. Так что не переживайте. Венчик, советский, это джекпот каждому 75 копеек цена была раньше он абсолютно новый и по-настоящему крепкий потому что сталь советская была не не то слово стальная по-настоящему это хороший такой вот раз и взбили что-нибудь 100 рублей 100 100 рублей девочки самое интересное что мы нашли тарелочки для нашей любимой подписчицы, которая непонятно куда запропастилась. Тарелочки для ее чашечек мы нашли. Не то чтобы мы, ой, мы забыли, ой, наш. Да, вот она. Они, а мы просто искали, искали и нашли. Нашли те самые чашечки, а потом нашли эти самые же тарелочки. Но так получилось, что если что, тут нужно уже понимать, что конкуренции для нее нет, потому что у нее остались Чашки, она их уже забрала. И что самое интересное, перевела денежки на карту, и мы не волнуемся за то, когда же она заберет свою бронь. Самое интересное, там же в описании мы укажем, что каждому из вас нужно открыть определенную сумму авансовую на нашей банковской карточки для постоянной брони того или иного предмета товара. Если вы оплатили определенную сумму, а потом набираете определенную сумму товара на эту определенную сумму, которую оплатили определенную сумму на нашу банковскую карточку, тогда естественным образом вы участник нашего с вами клуба. Клуб любителя барахолки под названием «Остров сокровищ», где каждый из вас имеет уникальную возможность не просто посмотреть, а приобрести тот или иной вид товара времен СССР. Такие вот тарелочки всего лишь по 100 рублей. Блюдца. Чего ж тарелки-то? Блюдца. Блюдца, смотрите, Полония. Все то же самое для тех же самых чашек. Кто сейчас подписался недавно, кто недавно зашел, посад... он может быть и не знать, о чем речь. Но основная масса наших любимых подписчиков, они знают, о чем мы говорим. 100 рублей. Блюдца 100 рублей. Тоже 5 штук, как 5 чашек, также 5 блюдец. Все по-честному. Ах, застенчивый графинчик. Гляньте, какой он. Интеллектуальный. Сколов, трещин. Здесь нет. Вот золотая оправа. Здесь все гармонично, аккуратно. А цена 150 рублей. Здесь около... Что я здесь вижу Думал скол А на самом деле это пузырик Который был впоследствии Изготовлен на самом заводе Так что ничего страшного в этом нет Каждый из вас будет довольствоваться Максимальным Ух какой он красивый Красотой, максимальной красотой Конечно же Вот пожалуйста 150 рублей Вот в этом примере я бронирую, да я хочу графин за 150 рублей Написали А кто-то зашел позже или с утра И написал Графин мой за 250 рублей. Тем более это чекушка. Интересно? Пожалуйста. Вот кто больше предложит, тот и заберет. Но мы не настаиваем на том, чтобы вы играли там туда, туда. Нет. Должен быть товар только у того владельца, который действительно достоин того, чтобы приобрести ее гораздо дороже. Это, естественно, как бы и не безобразно. Потому что халява в наше время не должна проходить в нашем с вами магазине. Ах, какой он непревзойденный. Да, да, это молочник. Пузатенький, такой хороший молочник. Но нюанс, девочки, он бы ушный. И он, видите, неустойчиво себя чувствует. Но он целый, сколов нет. Здесь очень аккуратная специальная лейка, чтобы не подлизывалась. Здесь вот так, здесь вот так. Здесь, в принципе, все максимально зеленоватого цвета, цена 350 рублей за уникальность, за то, что вещи такой, в принципе, уникальной трудно найти. Да, но она у нас есть. У нас в нашем с вами магазине на острове Сокровищ попадаются редчайшие предметы товара, которые вы также впоследствии можете не просто посмотреть на нашем YouTube канале в нашем с вами магазине а приобрести конечно же чашечки всего лишь четыре таких чашки барановка второй сорт вот как оно выглядит с натружи а потом еще и внутри вот видите вот пожалуйста все целое все хорошенькое все красивое их четыре штуки цена 50 рублей каждая штучка. Пошли дальше. Там нас просили показать плетеные какие-нибудь... А что плетеные? Корзинки. Корзинки плетеные были, но их продали. Сейчас ничего показывать. Поэтому, извините, плетеных корзинок пока нет. Но как только они появятся, мы обязательно это все выложим на нашем с вами YouTube-канале. Где впоследствии, если никто не приобретет, он будет находиться в нашем же с вами магазине. И в любой момент вы можете прийти и приобрести. Все для вас. Вафельное полотенце советского образца. Я сказал полотенце. Пардон, девочки, мальчики. Это вафельное полотно. Причем оно достаточно широкое. Смотрите. Вот так и вот так. Здесь, наверное, около одного метра. Ширина. Видите? но здесь примерно около 6 метров ее длина. Поэтому такой кусок вам обойдется всего лишь 125 рублей за погонный метр. Множество полотенец можно пошить и использовать их в своих же благих целях. А вот, собственно, и ткань, которая защитного цвета. Сразу могу показать, насколько она приятна к прикосновению. С нее можно пошить любой костюм. Да, смотрите. Костюм рыбака, Рыбак, у нас же Жека Рыбак, ах ты. А я вам говорил, что на нашем с вами YouTube-канале можно сделать небольшую рекламку. Причем засунуть эту рекламку не туда, куда вы сейчас подумали, а в каждый ролик короткометражный. Вот туда раз, как визитка, как, как вот знаете, портфолио. Что я несу? Ну ничего, девочки. Сейчас вы отдохнете завтра с новыми силами вторник с 10 до 14, и к нам. И вы можете насладиться всем тем ностальгирующим в нашем с вами магазине. Причем каждый день и вы ж можете приходить не просто раз, пришли и все, а пришли и. Не спеша, глядите сколько. Ткань это просто невероятная редкость. Смотрите ее сколько. Вот ее много, ее достаточно. Жека. Я не знаю, нет, Жека, Жека, понятно. Если Жека не захочет, то вот для вас вот это. Я по цене сейчас могу прям сразу вам определить. Только не вижу, где ее ширина. Мне нужна ширина. Вот она, ширина. У нее около... В любом случае любая ширина 80, 75, 85, 90, 95 до метра у нас 75 рублей погон. Но эта ткань не обращается как ситец, как сатин. Эта ткань именно специальная и советская. Она не может стоить так же, как приравнивается это к ситицу и сатину. Поэтому такая ткань, смотрите текстуру, видите специальная текстурка хорошенькая. Это с этой стороны, это как лицо, да? А вот не лицевая. Вот так, вот так. В принципе-то, о, видите, это все, это то, что подтверждает, что это советская ткань, качественная. Поэтому я вам эту ткань, если с учетом метр ширина, да, пусть будет даже 95, без разницы, но тем не менее это достаточно. Каждый погонный метр всего лишь 150 рублей. Такая уникальная вещь. Кстати, на ткань также можно поднимать цены, если действительно кто-то забронировал по нашей цене, все, весь метраж заберу, хоть 10 метров, по 150, меня устраивает. А вы такие, 200 или 250, если действительно нужно, пожалуйста, устройте меня аукцион, даже для себя, порадуйте. А вот просто, видите, это то, что я вам говорил, это ситец, это сатин, ну это ситец все-таки, видите, голубоватый цвет, тоненький такой, но не настолько тонкий, как хотелось бы, но он такой, знаете, как бирюзовый, хороший. Вот это если ширина у нее, да, ширина у нее где-то около 80-85, а цена 75 рублей. Белая, красная, вот пойдемте покажу. Сейчас не важно. Главное, что? Главное, что вот эти все, вот красный, белый, все, что до метра по 75 рублей. Смотрите, 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 любые цвета, бордовые. Да, немного цветов разных, но интересные. Потому что советские ткани всегда были интересны каждому. Все знают, что ткани советские ⁇ это действительно ткани. Это не просто так. Смотрите, вот это 75 скоро будет лежать там, где я вам только что все это показал. Ну, собственно, подписывайтесь. Обязательно подпишитесь. Все-таки для тех, кто любит такие подобные вещи в нашем с вами магазине, а тем более на нашем с вами YouTube канале, обзоры эти, они обязательно исключительно только ради того, чтобы вы пересматривали, да, пересматривали и приобретали. Поставьте лайк, жмите на колокольчик, чтобы я оповещала подобное видео вам, для того, чтобы можно было пересматривать без пропуска. И всем максимально здоровья! До скорого, господа!